другое место. Сейчас будем уезжать, немножко здесь побегаем, посмотрим. Вот, я же говорю, что очень много этой рядовки кругом нынче. Раньше сколько не было таких рядовок. Красной рядовки, она же желто-красная, у нее пластинки лимонного цвета. Вот кто-то тоже интересовался этим грибом. Он там даже брошенный, уже старый. И там брошенные, вот. Люди интересовались, но они их не знают, не берут. Вот сколько много валяется уже. Вот такие симпатичные эти грибы. Я на пнях их мало видела. Они редко как-то попадались, но я их брала. Она же рядовка красная или желто-красная. У нее лимонные пластиночки есть. Симпатичная. Но здесь она одна, пока может быть еще где-то что-то будет. Я найду здесь лисичек. Хоть уже и поздняя осень, уже октябрь близится к концу. Но вот лисички здесь попались. Даже и крупненькие. Народ как-то их не заметил здесь. А мне повезло. Классно. Красивенькие грибы. Вот какие-то грибочки. Поганочки какие-то. Ну, лисички чуть-чуть попадаются, конечно. Ну, вот эти вот мне грибочки не нужны. Это серно-желтые. Опята, скорее всего. Вот их здесь очень-очень много. Вокруг всего дерева старого. Вот так вот растут. Прицепились к этому дереву большому. Ага, рядовка клейка. У нее какая булава внизу. Перепоночка там есть. Ну, я ее брать не буду, она мне одна погода не сделает. Ямки какой-то гриб. Ну, я же за ним не полезу, эту яму. Яма большая. И у нее... А что это он? Странно очень. Наверное, бросил кто-то. Яма глубокая, края отвесные. А хрен знает, что за люди. Побросали такие хорошие грибы. Это же рядовка коричневая. Это же коричневая рядовка. Маленькие я беру. Посмотрю, сейчас все порежу и посмотрю. Я их очень люблю. Эта рядовка как серая рядовка настоящая, штриховатая. Вот такие. Люди не знают, побросали. Ходят грибы и не знают грибов никаких. Это ж все знают такие грибы. А у них молочко, это млечники. Вот их здесь целая-целая поляна. Побросали, посмотрели, вот молочко. Это я уже посмотрела, я его заберу. Немножко себе возьму. Нежные, молоденькие. Нежные, молоденькие. Хорошенькие, красивенькие грибочки. Их здесь очень много. Бросали. Это очень вкусные грибы. Мокрухи еловые, хорошие. У них ножка в самом конце желтенькая. Да нет, еще улиткой поеденные, но еще хорошие. Вот такие вот. Вот такие они. Надо брать.